там быстро. Проходите, пожалуйста. Ну, вы знаете, к нам каждый год приходят, да, наши гости из ветеранской нашей организации. И они хотели бы вас отдельно еще поздравить и сказать несколько слов, потому что у вас очень важный год. Да? Дорогие ребята, вы не так волнуетесь, как мы, ветераны. Вот вы заметили, что среди нас нет ветеранов первого поколения, ветеранов Победы. Они уже не могут покинуть свой дом, потому что все связано с их ранами и физическим здоровьем. Сегодня для вас самый прекрасный день. Вы наши потомки, вы наши продолжатели дел нашей прекрасной России. Я хочу пожелать вам в этот день, когда по всей России за первый раз за пандусело более 1 миллиона первоклассников. Это говорит о том, что наше пространство увеличивается. Но знания, как сейчас надо отсеивать, различать истинные знания, а не истина. Вы должны понимать еще, помимо того, что знать. И вы должны быть хорошие управленцами. Вот сейчас такой предмет не вносится с учебной программы, а в будущем будут даны азы нашего управления. Сумеешь управлять собой, ты сумеешь управлять и государством. Еще раз пожелаю вам всего самого наилучшего. Спасибо. А сейчас позвольте предоставить слово. Спасибо. Служу в Советском Союзе. Нашему председателю первичной организации Совета ветеранов Мещанского района Валентине Петровне Шурыгин. Дорогие ребята, 1 сентября, конечно, очень маленький день и для школьников, и для родителей, и для педагогического состава. Я поздравляю вас с началом учебного года. Я желаю вам всяческих успехов и знаний. У вас прекрасный музей. Я надеюсь, что вы знакомы с этим музеем. Мы на все праздники приходим в вашу школу. Нас очень здесь дружелюбно, гостеприимно встречают. Нам очень приятно. Так что продолжайте, ну, в общем, дело старших своих товарищей. Еще раз поздравляю вас с началом учебного года. Желаю вам здоровья и больших успехов в учебе. Всех вам, всего самого наилучшего. Спасибо. 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 И слово Алексею Владимировичу. Дорогие ученики, поздравляю вас с наступившим новым учебным годом. Желаю вам получить побольше знаний, каких-то жизненных уроков, потому что в жизни каждого из нас должно быть что-то очень существенное, близкое к подвигу. Вот я желаю вам подготовить себя к тому, чтобы быть готовым совершить этот подвиг. Желаю вам успехов. Желаю вам здоровья, крепкого долгих лет жизни, чтобы вас никогда были веселые тормоза, и вас дала радость жизни. Успехов вам. Всего самого хорошего. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. А теперь я азы военной подготовки. Хочу попрощаться с вами. Как вы можете ответить? До свидания, ребята! До свидания. Значит так, как я говорю, до свидания. Все встают. До свидания. До свидания. Не торопитесь. До свидания, ребята!
Молодцы. Будем тренироваться. Конечно. Будем. Счастливо. Удачи вам. Спасибо большое.